Спустя полвека семья Зайцевых вновь идет рука об руку. Валентина приехала на комсомольскую стройку, а Анатолий только вернулся из армии. Молодые познакомились на работе и с тех пор никогда больше не расставались. Только надо уважать друг друга. Ну, как сказать? Ну, а я не сама. Любить друг друга – это естественно. 2023 год. Указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. В Челнах трудились и трудятся замечательные учителя. Есть среди них и целые династии, которые отмечают 15, 20 и 40 лет совместной жизни. Также почетными гостями праздника стали золотые и изумрудные юбиляры. Творческие коллективы города подготовили для них музыкальный подарок. Праздником поздравила заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина. Я от имени мэра города Наиля Гамаровича Мадзеева от себя лично хочу пожелать, пусть жизнь каждой семьи, присутствующей сегодня в этом зале, будет ярким примером любви, верности и преданности друг другу. Завершился праздник возложением цветов у мемориала славы Парка Победы. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.